Здравствуйте. О, Артём, как вы? Просто Артём, просто Артём. А я же говорю Артём. Да. А меня просто тогда видно. Как удобно. Ну, да. Так, просим полотенчик, сейчас будем ремонтировать. Как будем ремонтировать? А этот МРТМ? Это самое важное, конечно. Сейчас постелю и будем смотреть. Там жена, да? Да, это что? А, поддержка. Но инструктор, кто будет инструктировать? Сразу тут. Так, доставайте МРТ, я на жену гляну, мне интересно. Да, и внучок. Здравствуйте. 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 Ручка здесь берет, скажи, давай эту ручку написать. Да, купили двухэтажную кровать себе. Так, держите. Так, МРТ, давайте посмотрим. Описание тут тоже есть, да? Давайте, что там есть, да. Описание. Вообще, ну, вообще весь здесь вот тоже есть, я недавно делал. Угу. Вы сами видели, что тут происходит? Ну, как бы мне невролог не показывал. Ну, я в этом не смыслю, как бы, что прям. Сейчас, минутку, я въеду, хорошо? Ну, да не вопрос. Ну, видишь, что происходит, угу, вообще. Вообще жесть. Там происходит, там вроде бы ужасное. Ну, как выходит? Получается, вот так, причем сильные позвонки именно вышли. Влево, вправо. Ну, там словами не передать. Ни в сказке. Ни в сказке сказать, ни пером описать. В 90-м году одно было ущемление. Когда не было МРТ, делали рентген. Вот, и я и попал в этот в Таганрогский имени Гордона. Там как бы вытяжку сделали, все поправляли. Ну, не то, что все там, ну, что-то сделали. Да. Было все прекрасно. Надо было не работать, я опять на трактор. И вот 20 лет в сельском хозяйстве нажил еще там вот все вот это. Алла! Давай рилсы нам. Снимайте свитер, да? Опа. Очки возьмите. Вот это мне нравится. Так, пуговку расстегивайте на брючках. Теперь расскажите, где у вас болит по факту? То, что тут происходит, мы видели. Вот именно поясница. Вот это вот, вот эти места сильно. И тянется на правую ногу. Я 40 километров проезжаю, начинает тянуть, как всегда, все нервы. Раньше обе тянула ноги. У меня сейчас сделали операцию, наверное, круготоз был. Железо туда напихали, оно мне не сгинается сейчас. Ага, то есть приседать вы можете или нет? Приседать. Я не пробовал, как бы. Ну, вот только так. Угу. Значит, извиняется. А где болит, когда ходите? Уф, сейчас спина. Иду вот это, тянет все вот это вот, в основном вот это. Так, все, тихо. У нас вот видно. Угу. Сюда, сюда. Оно вот, все вот так вот. Вот. Так, два дня после этого ничего не поднимать, не бегать, да не прыгать. Врачам руки немеют, особенно вот эти пальцы. Это, ну давайте мы там пока начнем решить. Ну, вам... Да, ну это понятно, что грудное дело у вас в остеохондрозе. А была травма шеи тоже. Ныряльщик, тум, потерял сознание, выпал, ну еле-еле. Ну, выдернули потом ее, вроде бы живой остался. Ложитесь, пожалуйста. А штаны снимать?
Но снимите, будет проще, чтобы маслом их не испачкали. Ты можешь остановить, потом, когда у нас будет правка, это самое, то там слишком будет. Угу. Где твои шикарные волосы? Да, на волосы где пушистые? Мне нравится. Всем нравится и не нравится? Нет, ложитесь, голова, животики, лапки. Это ощущение от лапы неприятно. Смотрите теперь, что мы будем делать. А где больно, покажите. Вот сейчас где-то тронулся где-то. Так, а ну-ка, сейчас я гляну. Вот, вот позвонок у него. Потерпеть. Вот, тут чуть-чуть просто. Все, смотрим. Не больно уже лежать? Ну, чуть-чуть еще больно. Чуть-чуть, главное, что вы можете лежать. Когда-то заезжал в Бугучаре, там мужчина остался. Петр? Не помню, как зовут. Он так вот, как и вы, тоже делает. Но мимо ехали, мой родственник часто к нему заезжает. Мы знаем этого специалиста, шикарный мастер. Ага. Он мне сразу сказал, не спрашивал ничего, сказал, сколько болит, когда болит. Да. Вообще мужик. Вот там железяк, по-моему. Ну, что будем делать, поняли? Не до конца, если честно. Ртом глубокий вдох, выдох. Еще глубокий вдох, выдох. Ртом вдох, выдох и протянуть. Быстрее, быстрее выдох. Еще. Еще. Все. Сейчас больно лежать или нет? Прием. Я, ну, как бы пытаюсь понять, но уже не так сильно, как бы. Ну, то есть не давит ни на пупу уже. То есть человек даже лежит просто, уже давило, насколько тут серьезно все было у нас. Скоплено 2 миллиона лет. Так, вот эти вот деформации мы никуда уже не денем. Ну, видели вы. Вот. Это ближе к кресту, то есть S1, S5, да, который идет? L5. А. Да. Он уже все, вышел в свое время и стал уже обрастать хрящами. А все, что выше, только раздвинуть можно и все, да? Что можем. Мы, никуда это не... А куда мы его денем? Уже все. Тут очень много всего интересного. Терпеть. Мы тебя можем отпускать. Спасибо. Кусочки и все, а то у нас потом будет слишком-то много. Так, гляньте, пожалуйста, что происходит. Алла, приходи иногда, снимай, ладно? Вот тут железки тут уже.
Ну что, Сергей, там? Ну, вот здесь стало ровнее, но вот чуть выше, наверное, L1 тут. Так, покажи, где именно. Вот здесь? Не, вот. Нигде, нигде не это самое. Вот это место. А ну, подожди, руку расставь. Давай поставим. А тут чуть руку приподнимешь, чтобы волна была чуть-чуть. Не прям не сильно давить. Тут уже дави. А тут руку чуть приподними, да. Все, терпеть. Угу. Терпимо? Если надо еще, еще скажи. Надо. Давай тогда указательный палец поставь прямо на мышцу, где она есть, позвонок выходит. И надавить чуть-чуть. Она это. Вот. Вот. Подержи так. И чуть-чуть так. Чтобы волна проходила. Там жестче было или нет? Чечня, что ли? Нет, там, да, правка. Там, по-моему, жестче была. Там это где? Где вы в Богучар ездили? В Богучар. О, я уж не помню этот. Там а, уже... сравнение стало. Хотя, да. Там. Это было первый раз. То есть здесь мы уже ничего не сделаем. Понятно, что... А в спине, я думаю, что боли пройдут. Может, он тут выровнялся, да? Он же был вообще виден хорошо. Так, теперь нам нужно мышцы натянуть. Вот так, вот так. Только расстояние отпускать. Расслабь руки, легче. Тут все дело не силе, а мягкости. Илья. Давай, делай. Ага. Дальше поехали. Руки расслабь, тут не в силе дело. Чуть-чуть просто прижми, чуть-чуть. Вот. Терпимо пальцем. Угу. Терпимо? Да. Расслабь руку, все, мягкость идет. Так, дальше поехали. Мы должны до шеи дойти. Ага. Пальцы нормально выдерживаем? Нормально, нормально. Чувствую, как удар идет. Вот. Это вакуумный. Видишь, все пробивает током. Вот. Током бьет и в руки, и в колени. А если мы берем просто удар, вот он будет жесткий, а нам нужно создать вакуум. Даже если вот так бьешь, ты убьешь вот, и эти места должны затрагивать. Еще два удара. Пальцы выдержат? Давай так. Это убери пальцы, чтобы если мы зацепим, будет больно. Смотри, вот. Два раза потерпеть. Два раза. Вот. Руки можете под голову положить, можете скинуть. Ну, сразу вот начинает в пояснице колоть. Ну и колоть, ну, больно. Тут мы все вопросы ваши не сможем исправить, потому что тут ой-ой-ой, но намного будет легче. Вот я голову поднимаю, она больно. Вот, это мы еще не закончили, погодите. Не, я понял просто. Да, видите, нога это больше, это меньше, заметили? Наверное, у меня... Вот... Не, помнишь, она худая у меня была до гордона, помнишь? Засыхала она у меня вообще. Чего вы так мужа довели? Да я сама, может, еще лучше, ну ничего, я не говорю. Да? Другой раз бабушку приедет, да? Ну, соглашается. А сколько вам лет?
59. Молодой. А то. Молодой. Просто... Мы были в Гордон раз, когда тяжело было, это 94 или 93 год, по Влаху будем говорить. Да ты что, какой 94-й? Вика 94-й родилась. Годное вытяжение делали, как помогло, ну раз, больше не смогли. Надо систему все не разово делать. Угу. Вот даже тоже санаторий, вы же приезжаете не на один день, да. А там дней 10. Да. Вот. Только Костоправа должен с одного раза все сделать. Мы в Сахаре ездили, были в физиотерапевтической лечебнице, грязи принимали и ванны. Вот после того вообще ноги начали болеть. После грязи. Просто обострения пошли и все, после грязи. Это же так и должно быть, да? Ну это допустимо, не прям должно. Там много санаториев в этот Саки, это Крым. Вот, я же там это был, да? Да, как сейчас помню. Ну вот. Руки под лобик ложите, пожалуйста. Там много здесь. Шейный, пятый тоже выбитый был. А где же вы его выбили? Азовское море сильно глубокое. На лодке бросал бега, да, рыбка? Нет. Сильно бросал, поставил на плечи и его бросил, а на лодке стоял. Подскажу. Он стоял головой и был. Какие страсти. Да, если бы не ил, наверное, сломал вообще. Значит, ноги не надо дергать, мы понимаем это. Как у нас дела по массажу? Ты понимаешь массажи? Mm-hmm. То, что я делаю, понимаешь все, да? Сможешь повторять? Mm-hmm. Хорошо. Будем скоро смотреть эти моменты. Я за что говорю? Не в техниках, но в технике. Чтобы рычаги-то использовал, чтобы руки не уставали. Дмитрий, это у нас профессионал. Он все знает. Профессионал высшей категории. Да? Со стороны видней не знаю. Вот. Так, на бок ко мне лицом ложитесь, пожалуйста. Руку под голову. Расслабьте. На другой бок. Все нормально? Да. Это ровно. Вдох-выдох. На спинку. Не больно ложиться? Так, давай. Шею мы доберемся еще. Значит, просто разгружаем колени и ничего не дергаем. Нам тут нечего дергать. Но вот пациент очень сильно весь, вы видите, сколько у нас пациентов. И вот, в моем понимании, здесь уже вот как-то по-другому все. И лимфы забиты, и все до кучи.
Сейчас дернем, чуть-чуть не бойтесь, расслабьте. Двигайтесь ко мне, чтобы шейка висела поближе. Еще, еще. Все, 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 ложитесь, расслабьте. Отпустить. Присаживайтесь на краешек направо, сюда. Ровненько, ровней. Вот, руки ложу, все так вилом ходит. Все разрушается. Видите, да? Вы слышите или нет? Вы как это, в бездну смотрите. Не слышу, понятно? Руку за голову. Так, терпеть. Чуть вниз. Надо потерпеть. Крутите головой по большому кругу. Ага, да, ну да, сколько подождем, подождем. Ну что, я думаю, долго еще любить. Или уже ни, никогда не пройдет, да? Что именно? Ну, между позвонков. Это у всех скрипит, это хотите, чтобы прошло, лучше стало немножко. Надо пить траву, душицу. Она будет чистить лимфы. Вставайте, не прыгайте. Идите вперед к полотенцу непонятного цвета. Вперед. Ко мне лицом. Так, просто попроверяйте, покрутитесь. Что у нас изменилось, что не изменилось. Повертитесь, покрутитесь. Ну, как бы, чувствуется все равно что-то есть, но уже я могу, как бы, оно... Ну, не больно так, как оно было больно. Ой, то есть там, где крестец, все операции, мы никуда это не можем деть. Вот. Ходить легче стало? Да. Полегче, конечно. Ну, то есть нету такого сильного напряжения, вот, как оно было. Да, из ноги мы, к сожалению, не можем штырь убрать. Чтобы... Ну, естественно. Год прошел, только как его туда вставили. Ну, он полегче станет, а оно наоборот, вот последние две недели обострилось, что не мог встать вот так. Угу. Кровоартроз это непонятно, что там. Два дня себя беречь. Угу. Рекомендации, да, вот. Да. Присаживайтесь, пожалуйста. Все, что можем, делаем. Так, шея как себя чувствует? Кроме хруста. Ну, боли нету, скажем так. Ощущение то, что получила она хорошо. Она наказана за то, что ударялась в море. Дай Бог здоровья, можно одеваться. Спасибо. Во благо. Все.